Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности, с нами на связи. Павел, добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый Итак, вечер. Официальные данные ООН, 8,5 тысяч погибших, гражданских, 14 тысяч раненых. Мы понимаем, что официальные данные часто расходятся с реальностью. Есть ли у вас предположение, как много на самом деле могло погибнуть гражданских украинских в ходе вот этого полномасштабного варварского нападения России на Украину? Мое мнение, считать необходимо с 2014 года. Считать необходимо всех тех мирных жителей, украинцев, которые погибли в застенках МГБ, так называемой народной милиции, в ростовском ФСБ, которые и уже с того времени начали ломать украинскую идентичность у украинцев, которые вынуждены были остаться в оккупации именно с 2014 года. И не разделять 2022 и 2014. Это все полномасштабная агрессия Российской Федерации против Украины. Это воплощение ее плана. Давайте посмотрим, что они сейчас делают с гражданскими людьми на оккупированной территории. Они уже посоздавали специальное подразделение спецслужб из МВД, из ФСБ, там еще там миграционная служба у них намешана на оккупированной территории для того, чтобы контролировать, как местные жители отказались от украинского гражданства. Те, кто, естественно, нарушил, а таких там очень и очень много, да, соответственно, к ним будут и репрессии, их будут закрывать в тюрьмы, и мы, к сожалению, на сегодняшний день не можем этому воспрепятствовать. Сможем это только сделать, когда, безусловно, вооруженные силы Украины осуществят деоккупацию этих территорий. Поэтому вот почему я именно так сказал? Потому что иногда международные организации, они забывают о некоторых вещах, и у нас создается неполная картина. А СМИ работают так, что все вот заявления международных организаций, там ООН, Красного Креста, они сразу разлетаются по всему информационному пространству. И, соответственно, создается вот такая ложная картина. Поэтому я уверен, что эти цифры, которые привели, они больше во много раз. Только потому, что у нас на сегодняшний день нет доступа к этим территориям, мы не можем полноценно дать оценку. Но я вам хочу сказать, что еще будучи, наверное, в 2020 году, только вот ко мне как правозащитнику обращались, ну, по меньшей мере, я помню, 12 случаев, когда люди на оккупированной территории с проукраинскими позициями, с проукраинской позицией, они просто пропали без вести, их никто не мог найти, до сих пор не может. Вопрос, что с этими людьми? Дальше, в этой статистике были приведены погибшие, а сколько еще пропало без вести? А пропало без вести, мы же понимаем, что это, скорее всего, тоже люди погибли, просто их могилы где-то спрятаны в стихийном кладбище, как это было в Буче, как это было в Изюме, как это было в других оккупированных территориях. И правду мы сможем узнать только после деоккупации. А скажите, Павел, вот очевидно вполне, что если считать с 2014 года, и если считать не только жертв боевых действий, бомбардировок, но и тех, кто был похищен, кого пытали, кого убили на временно оккупированных территориях. С точки зрения международного законодательства, есть ли, во-первых, разница между жертвами военных действий и людьми, которые погибли от рук оккупантов на временно оккупированных территориях? Есть ли разница? И как добиться наказания военных преступников, которые совершали все эти преступления? Стоит ли это все квалифицировать под одну статью, как геноцид украинского народа? Или этому должны быть какие-то особенные доказательства? Хотя какие еще особенные доказательства нужны? Вроде как все очевидно. Тем не менее, вот на сейчас, насколько мне известно, нет разбирательства именно в формате геноцида. Вот смотрите, что такое геноцид. Геноцид – это уничтожение людей по национальному или религиозному признаку. То есть в данном случае мы говорим о геноциде украинского народа. Геноцид – это физическое устранение. Вот то, что было в Изюме, то, что было в Буче, в других оккупированных территориях. Еще есть такое понятие, как этноцид.
этноцид – это уничтожение также вот украинской нации невоенными способами. То есть психологический надлом, переубеждение с насилием, вот, принудительная паспортизация – это все этноцид, то есть невоенными методами. Да, вот, закрытие там в тюрьмах тоже с физическим применением, но это отличается от геноцида. Соответственно, к чему я это рассказал? К тому, что мы должны понимать, что цель Российской Федерации – уничтожение украинского народа разными способами. И ведет она его с 2014 года. Теперь следующий момент. Как найти ответственных? Согласно Женевской конвенции, оккупированная территория, за оккупированную территорию ответственность несет страна-оккупант, то бишь Российская Федерация. За это время, с 2014 года, оккупанты создают оккупационные администрации, назначают туда своих чиновников. Эти чиновники, они светятся в том числе в информационном пространстве. Да? Соответственно, на сегодняшний день это все необходимо документировать, и когда мы эти территории деоккупируем, да, если оккупанты сбегут, то после того, как будет свален диктаторский режим Кремля, мы должны арестовать, или новое правительство Российской Федерации должно арестовать и выдать военных преступников, которые совершали преступления, которые за эти действия ответственны. Вот я вам хочу сказать, что начиная с марта 2022 года мои коллеги из Восточной правозащитной группы и аналитики из нашего института, они ведут документирование всех политических, общественно-политических процессов на временно оккупированных территориях. Кого назначили? Кто отвечает, какие происшествия, какие нарушения, для чего? Для того, чтобы потом в одно время предоставить это все правоохранительным органам Украины, а они дальше передадут в международные инстанции все эти документы. Потому что мы знаем с вами, что информации сейчас с каждым днем становится все больше и больше. И что-то найти, то, что было, к примеру, год назад, уже намного сложнее. Но мы это все документируем, у нас это все есть. И кроме нас это также делают другие правозащитные организации. Поэтому тут переживать не стоит. За каждое страдание вот украинца оккупанты ответят. Все будут привлечены к ответственности. Как я не раз уже говорил, догонят всех. И ярко этому подтверждение деятельность украинского правительства, президента Украины, украинской дипломатии, правозащитных организаций, которые каждый день ведут работу для того, чтобы так и было. А, кстати, вот еще одно преступление, и понятно, что оно не единственное, было задокументировано, видео подтверждено самими нелюдями, этими оккупантами, да, я думаю, уже все догадались, о каком видео мы сейчас говорим. Это о том, как россияне жестоко убили пленного украинского бойца. Каким образом этих нелюдей можно покарать? И понятно же, что это не единственное, да, вот такое зверское убийство украинских военных. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк и президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу ясно высказались. Итог, с какими эмоциями они говорили и с какой уверенностью они говорили, я на 100% с ними согласен. Виновные будут найдены и установлены, и они будут привлечены к ответственности на 100%. У службы безопасности Украины на сегодняшний день у них есть возможности идентифицировать, также есть возможность идентификации и у разведсообщества Украины. Мы знаем, что есть у нас и, скажем так, волонтеры-хакеры, да, которые могут через инструменты Open Search Intelligence, это разведка по открытым данным, идентифицировать там, взять какие-то одни данные, потом это все сопоставить и, может быть, через в том числе агентурную разведку получить данные, кто это был, какое подразделение, кто принимал участие. И уже после того, как будет идентификация, уже, я так понимаю, будет либо или какая-то спецоперация, или еще что-то. И у Украины есть способы. Давайте вспомним, как доставили из оккупированной территории Цемаха. Спецслужбы Украины. Он был на оккупированной территории, он не был на территории Украины. Провели спецоперацию, доставили,
Поэтому есть положительные примеры, как украинские спецслужбы могут доставить, идентифицировать виновника этого зверского, чудовищного преступления. И мне тут, к словам главы службы безопасности Украины Василия Малюка и президента Украины Владимира Зеленского, добавить нечего. Спасибо вам большое, Павел, за этот разговор. Тогда добавить нечего. И будем тогда ждать действительно расследования и что виновные понесут наказание. То есть, и, как я понимаю, как мы все понимаем, да, и говорят эксперты, хотели добиться устрашения еще большего, на самом деле раскрыли себя и получат по заслугам, как они того и заслуживают. Точно. Спасибо вам большое, Павел. Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности, был с нами на прямой связи.